Колбасу, мясо и корм для животных из Вьетнама запретили перевозить в Барнаул. В аэропорту имени Титова у пассажиров изымают всю животноводческую продукцию. В двух вьетнамских провинциях, Тайбине и Хунгьен, зафиксировали африканскую чуму свиней. Это смертельно опасное для животных заболевание можно перенести даже на ботинках с земли, поэтому изъятую продукцию будут уничтожать. Ограничения на ввоз в аэропорту ввели в пятницу, пока прямых рейсов из Вьетнама не было. По данным территориального управления Россельхознадзора, с туристами, улетающими в отпуск, проводят профилактические беседы. У тех, кто возвращается, планируют проверять багаж и ручную кладь. Отметим, что вакцины от чумы не существует. Все животные, зараженные этим вирусом, погибают. Для человека свиная чума не опасна.